В центре Москвы в центральном детском магазине на днях проходила 12-я детская неделя моды. Более 500 юных моделей представили весенние коллекции российских и зарубежных дизайнеров. Мы представляем традиционный стиль 17 века, начало правления Романовых. У меня костюм из Рязанской области, из маленького городка Спасклепики. У нас национальные костюмы, мы чтим свои традиции, и все выполнено в соответствии с ними. Проекта в том, что он создается не только для детей, а вместе с детьми. У нас не только показы. В наших проектах участвуют юные дизайнеры. И я надеюсь, что мы его сделаем еще больше и когда-нибудь соберем всю Россию. Сегодня здесь представлено почти 30 регионов, республик и городов. Восторг был очень прям, страшно было, но все-таки надо было показать свой костюм. Детское событие моды уже 12-й раз проходит в нашем торговом центре.